Более 100 тысяч человек вышли во вторник вечером на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против введения налога на интернет-трафик. Это самая многочисленная акция в стране за последние несколько лет. Недовольство собравшихся вызвано новым законопроектом, внесенным в октябре на рассмотрение венгерского парламента. Он предполагает введение с 2015 года платы примерно в 150 форинтов или пол-евро за каждый гигабайт трафика. Причем деньги будут взиматься не с пользователей, а с интернет-провайдеров, которые, в свою очередь, уже пообещали повысить цены на услуги. Это то, что тем или иным образом повлияет на каждого. Это очень важно для людей, поскольку влияет на их жизнь. Это последняя капля, переполнившая стакан. Помимо отмены законопроекта, протестующие требуют демократизации политической жизни. Премьер-министра страны Виктора Орбана обвиняют в ползучем насаждении авторитаризма. Правительство страны уверяет, что практика введения налога на интернет-трафик используется во многих странах, в том числе в США. Кроме того, утверждают политики, введение налога никак не коснется самого контента, а значит, не повлияет на демократические свободы. Кабинет министров за последние годы ввел несколько дополнительных налогов в сферах банковского дела, розничной торговли и энергетики. Таким образом, правительство Венгрии пытается справиться с бюджетным дефицитом.